بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أنار العقول بنور العلم فأزال عنها غشاها والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهده واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجايين براتي سيوسترا في нашем эфире مع القرآن في رمضان вместе с Кораном в месяц Рамадан. Альхамдулиллях, по милости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, мы с вами сегодня встречаем последние 10 ночей священного месяца Рамадана. Ашр Авахр. Великие ночи. Если самые великие дни перед Всевышним Аллахом Субхана ва Тааля это первые 10 дней из месяца Дуль-Хиджа, то самые великие, самые священные ночи это последние 10 ночей месяца Рамадана. По милости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, сегодня с вами возьмем суру Аль-Кадр. Прочитаем ее, сделаем краткий тафсир. После этого мы разберем с вами, возьмем вообще мнение ученых, когда она наступает, ночь предопределения, ночь Лайлятуль-Кадр. Возьмем все акваль, возьмем какой из них более достоверный и сделаем напоминание нам и вам, как провести с пользой эти последние 10 ночей. Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Аль-Кадр, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: "Инна анзальнаху фи лейлати аль-кадр". Поистине мы не спаслали его в ночь лейлати аль-кадр, ночь предопределения. Что не спаслали? Аль-Куран. Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Шахр Рамадан, лази унзила фихи Куран». Месяц Рамадана – это тот месяц, в который Аллах Субхану ва Тааля не спасал Куран. «Инна анзальнаху фи лейлати мубарака». Мы его не спаслали в благословенную ночь. «Инна анзальнаху фи лейлати аль-кадр». Мы его не спаслали в ночь аль-кадр, лейлату кадр, в ночь предопределения. Поэтому здесь есть акваль уляма, мнение ученых. Одни из ученых говорят, что Аль-Куран назала джумлатан вахидатан иля бейт аль-Иззи фи самай дунья. То есть Коран полностью был ниспослан, как одним словом, весь Коран в ночь предопределения, лейлятуль-кадр, иля самай-ид-дунья, фи бейт-иль-Изз. То есть небесные скрижали, Всевышний Аллах Субхану Тааля ниспослал целиком весь Коран в ночь предопределения. Другое мнение ученых, то что почему Аллах Субхану Тааля сказал, я его ниспослал в ночь предопределения, а пророку Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям, он не спосылался на протяжении 23 лет. Некоторые из ученых сказали, «Бадаа нузулю аль-Куран». То есть первое, что было неспослано из Курана, первые 5 аятов мы с вами брали, да, из сурата аль-Алак, «Икра бисми раббика аллази халак, халак аль-инсана мин алак, икра ва раббука аль-акрам, аллази аллама бил-калама, аллама ли-инсана ма лам я'лам». Вот эти читай. Да, именно об этом идет речь, то, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, мы не спаслали его в ночь предопределения, имеется в виду первые 5 аятов. Первое, что не спослано было пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, из Корана в ночь предопределения. И другие ученые, яджмаун байна лиснейн, они два эти мнения вместе собрали и сказали, и это более достоверное мнение, то, что ля шакка, нету сомнения, то, что первые аяты были не спосланы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, из сурата аль-Алак в ночь предопределения. И также полностью Коран весь был ниспослан джумлятан вахидатан, полностью весь Коран был ниспослан в небесные скрижали. После этого Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал лейлятуль-кадр. Что такое лейлятуль-кадр? Ночь предопределения. Вама адрака ма лейлятуль-кадр. Аллах Субхану ва Тааля после этого сказал, и что тебе дано знать, что есть ночь предопределения? Вама адрак. То есть, почему Аллах Субхану ва Тааля задает такой вопрос? Азаматиха. Из-за ее величия.
Дано ли тебе знать, что это такое? Знаешь ли ты, Мухаммад, что это такое? Ночь предопределения. Поэтому, что такое ночь предопределения? Здесь есть тоже, мы должны вспомнить и упомянуть здесь ара'у уляма, именно мнение ученых. Почему называется лейлятул кадр? И как правильно переводится? Некоторые ученые говорят, что кадр от слова теснота, скомканность, теснота. Поэтому они берут мнение, именно ссылаются на аят тадыйк, то есть тесно, да, ссылаются на аят, где Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля сказал: «Ябсуту ризка лиман яшау ва якдир». «Ябсуту ризка лиман яшау ва якдир». Аллах Субхану ва Та'аля дает много ризка, делает просторным, широким ризк, удел тому, кому пожелает, ва якдир, и также сужает, кому-то дает меньше. На этот аят ссылаются. Также ссылаются на аят, когда Юнус, алейхиссалям, ушел от своего народа, был в гневе, то, что они не принимали религию. «Изаннун иззахаба мугадыбан фаванна аллан нагдир алей». То есть «изаннун», имеется в виду Юнус, алейхиссалям, когда ушел в гневе, «фаванна», и он подумал, «аллан нагдир алей», то, что мы его не притесним. Здесь так переводится это. И отсюда они берут далиль, то, что это имеется в виду ночь предопределения, именно ночь, когда скомканность, теснота. Из-за чего? Мин кафиратин нузуль аль-малайка. То, что много-много-много ангелов спускаются на землю, и из-за этого становится тесно на этой земле. Также есть мнение, что аль-кадр имеется в виду то, что как дараджат, то есть как величие. Потому что говорят ученые, китаб унзил кадр, это книга, Коран, он сама книга великая. Унзил аль-наби зил кадр, ниспослан был великому пророку, «Фи лейлати зиль кадр» – «В ночь, великую ночь». То есть, в такую могущественную ночь. Также изменение ученых, то, что здесь «аль-кадр» имеется в виду предопределение. Почему? Потому что Аллах, Субхану ва Та'аля, именно решает, предопределяет «арзак аль-ибад» «валь-аджаль» «Иля лейт аль-кадр кадима». То есть, ночь предопределения. Всевышний Аллах, Субхану ва Та'аля, Он распределяет и предопределяет уделы своих рабов. И именно в эту ночь. Также сказано, что «якзиха» – мнение Ибн Аббаса, «сахибр ад-дин», то есть чернила нашей религии, великий сподвижник, его мнение, то, что «якзиха фи нисфи мин ш'абан, ва юсаллимуха иля саадати л-малайка фи лейлат л-кадр». То, что Аллах, Субхану ва Та'аля, предопределяет год, на целый год, то есть риск, предопределяет удел, то есть жизнь своих рабов в середину ночь ш'абана, в середину ночь ш'абану. А уже передает это предопределение Саадат аль-Малайка великим ангелам, как Джибраилу, алейхиссалям, Микаэль, Исрафиль, Малик аль-Маут, именно в ночь предопределения. Решает он, предопределяет в серединную ночь Шаабана и передает это своим ангелам в ночь предопределения, именно в фи лейлат аль-Кадр. Это из минфикх Ибн Аббас, это мнение Ибн Аббаса, радаллаху анху. Также «Вакиля ли аннаха лейлату шараф». Говорится также, почему называется кадр, потому что она ночь могущества. Ночь могущества. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля сказал: «Хайру мин альфи шахр» – лучше, чем тысяча месяцев. Как будто в эту ночь человек поклоняется тысяче месяцев, больше, чем тысяча месяцев. Тысяча месяцев – это 84 года. А за одну ночь он такую награду берет. Однако здесь тоже есть разногласия среди ученых. Тысяча месяцев, где Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля сказал «Хайру мин альфи шахр» – лучше, чем тысяча месяцев. Имеется в виду сама цифра тысячи или имеется в виду, что очень-очень-очень много? Потому что арабы обычно, когда говорили «альф», то есть именно они, их намерение было в этих словах «тысяча», не то, что сама цифра прям ровно тысяча, да, что очень-очень-очень много. То есть именно, то есть такое из-за «адат». «Ля нихаятеля», так скажем, такое количество, у которого нету конца. «Аль-ильму инда Аллах», знание об этом у Аллаха Субхану ва Та'аля. Но однако, то, что это великая, могущественная ночь, и «фиха юфраку куллю амрин хаким», как Аллах Субхану ва Та'аля сказал в сурате Духан, «фиха юфраку куллю амрин хаким», в эту ночь решается каждое мудрое решение. Решается каждое мудрое решение. Поэтому это великая ночь перед Всевышним Аллахом Субхану ва Та'аля, самое великое, это таджу лаяли, это корона всех ночей, уважаемые братья и сестры. «Вама адрака ма лейлатул кадри хайру мин альфи шахр» – ночь предопределения лучше, чем тысяча месяцев. «Таназзалю ль-малаикату вар-рух» – в эту ночь
ниспосылаются ангелы и рух, ангел Джабраил, алейхиссалям. Аллах Субхану ва Тааля его выделил отдельно всех ангелов. Поэтому некоторые ученые говорят, что он саидуль малаика, он господин остальных ангелов, самый главный ангел, потому что Аллах Субхану ва Тааля его вы, как бы, о нем отдельно сказал ангелы и отдельно Джабраил, алейхиссалям. Из-за величия этого ангела. Фиха би изни раббихи мин кулли амр. С разрешением от своего Господа. С разрешением от своего Господа. Поэтому, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Джабраилу, алейхи ва саллям, ма манака ан тазурана акфар мимма тазурана, почему ты нас ко мне не приходишь, не посещаешь меня, то есть я бы хотел бы больше, что тебе запретило меня посещать больше, чем ты меня посещаешь, тогда Аллах Субхану Тааля ниспослал ая, ва ма натаназзалу илля би амри раббик. То есть мы спускаемся только с повеления нашего Господа, с твоего Господа, с решения Аллаха Субхану Тааля. И отсюда сказано то, что они спускаются в эту ночь предопределения ангелы с дозволения своего Господа. Салямун хия хатта матла'иль фаджр, с миром, со словами ассаляму алейкум, до тех пор, пока не наступит фаджр, утренняя молитва. Поэтому, как говорится, ассаляму алейк, когда ангелы приходят и видят рабов Аллаха Субхану ва Тааля, которые проводят эту ночь в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля, ангелы юсаллимун алейхим, ангелы дают салям, говорят ассаляму алейка, айюхаль му'мин, ассаляму алейка, о верующий, ангелы сами дают салям. Теперь давайте мы разберем, когда она, потому что часто тоже пишут, хазрат, напишите, когда ночь предопределения и так далее. Вообще, как бы из услуга, лучше всегда нужно все мнения собирать. Такое мнение есть, такое мнение. Потом уже делать тарджих, на что больше мнения ученых. Есть мнение, то, что ночь предопределения, лялятул кадр, или ночь могущества, как ее еще называют. Да? Мы сейчас вот объяснили несколько переводов этой ночи, как она называется. Ну, лучше говорить по-арабски, лялятул кадр. То, что это 27-я ночь месяца Рамадан. Это далиль, это, как сказал, хадис приводится от Аби Убей, от Убей, Убей ибн Кааб, от Убей ибн Кааба приходится то, что он сказал, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ночь предопределения, это 27-я ночь месяца Рамадана. Также есть мнение, что это 21-я ночь. То есть, получается, сегодня 20-й день был, 21-я ночь месяца Рамадана. На что ссылается то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ждал очень с нетерпением эту ночь. И то есть есть Ашр аль-Уля, то есть первые 10 дней Рамадана, Ашр аль-Вуста, середины 10 дней, есть Ашр аль-Ахр, последние 10 дней, 10 ночей. Вот последние, середины 10 ночей пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делал и'тикаф. И'тикаф, то есть не выходил из мечети, ждал эту ночь, когда же она наступит. Потом, когда наступила 20-я ночь, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ему было вахи, откровение от Аллаха, то, что Аллах Субхану ва Тааля ему сказал, «Иннаха амамак», то есть она еще перед тобой, еще ты ее как бы не достиг, то есть как бы эту ночь в середине 10 дней, она перед тобой. И на 20-й день, когда встал, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кана хатибен байна нас», он встал днем и среди людей провел хутбу и сказал, «Ман кана мутахарриян фалибка маи», то, кто ждет с нетерпением эту ночь, пускай останется со мной в мечети. То есть вместе будем ее дожидаться, потому что у меня было откровение, то, что она еще впереди, то есть она еще не была. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ва инни раэйту анни асджуду фи сабихатиха фи маин ва тын». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Я видел ру'я, видел откровение, видел то, что, видел сон, то, что я в утро этой ночи», то есть получается ночь, потом утро, то есть сабихатуха, то есть имеется в виду после этой ночи, утром я делал сяжда в воду и в глину. Воду и в глину. Мне так показали посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Факама лейлату 21 аль-фаджр. И когда уже в йом 21, когда наступил 21 день месяца Рамадана, утренняя молитва, Абу Саид аль-Худри сказал, «Раэйту фи джабхати ан-наби, саллаллаху алейхи ва саллям, аththара мин ат-тин». Я увидел на лбу пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, уже после утренней молитвы, 21 день Рамадана, увидел на его лбу аththар мин ат-тин, след от глины. На это ссылаются ученые, на этот хадис, то, что она 21, ночь 21. Также ссылаются то, что 23 ночь. Почему? Потому что также
Абу Саид аль-Худри увидел пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он делал сажда 23-ю ночь именно в воду и в глину. Говорят, что она 23-я ночь. Икрима, один из подвижников, каким бы он великий сподвижник не был, но он, его мнение, но это мнение ученые не берут, но мы тоже должны упомянуть, то, что она вообще не в Рамадане, ночь предопределения, а финисфу именно Шаабан, то, что она в середине месяца Шаабана. И ссылается то, что «Инна анзальнаху фи лейлатиль мубарака», то, что мы его не спаслали в благодатную ночь, он имеется в виду, ночь благодатная, это серединная ночь месяца Шаабана, того месяца, который был до Рамадана. Но это «кауль ля юкбаль», это слово, какой бы великого сподвижника не было, ученые и другие сподвижники не принимают. Почему? Потому что Аллах Субхану Тааля не сказал «Инна анзальнаху фи лейлатиль кадр», «Инна анзальна шахру Рамадана, лази унзила фихи Кур'ан». Месяц Рамадана – это тот месяц, когда Аллах не спасал Кур'ан. Поэтому он имеется в виду то, что не спаслали благословенную ночь, имеется в виду тоже в ночь, которая ночь в Рамадане, имеется в виду Лейлату Кадр. Некоторые ученые говорят то, что это 17-я ночь месяца Рамадана. Почему? Потому что в 17-ю ночь началась Газвот аль-Бадр, началась битва при Бадре. Но сейчас давайте возьмем, мы упомянули, альхамдулиллях, все мнения, которые есть в этом вопросе. Сейчас возьмем более достоверное мнение ученых. Ашр Ауахир, то, что Ашр Ауахир, она может быть в последние 10 ночей Рамадана. В последние 10 ночей Рамадана. Также говорится то, что есть мнение, то, что в нечетные ночи месяца Рамадана. И теперь остается вопрос, мутаайяна ауля, то есть она каждый год в один и тот же приходит, в одно и то же число попадает или нет? То есть, если это 27-я ночь, каждый год это 27-я или нет. Больше здесь мнение то, что вот Абу Саид аль-Худри, он говорит, что 21-й и 23-й каждого года. А большинство мнений ученых говорят то, что она, Убей ибн Каъб говорит, 27-я ночь. Ибн Умар говорит, что 24-я ночь Рамадана. Но больше всего, что она может быть оказаться в любую из ночей, последних 10 ночей Рамадана. Последние 10 ночей, вот сегодня начинается Рамадана, в любую ночь она может «Вахия мутанаккиля», и она каждый год меняется. То есть, может быть, в этом году там 21-я ночь, на следующий год 23-ю, через год там 27-ю и так далее. «Та'ин ля я'ламуха илля Аллах». Никто не знает об этом, кроме как Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ищите ее в последние 10 ночей. Ищите последние 10 ночей. И именно если каждый из нас каждую ночь вот сейчас будет выстаивать, иншаллах, в тахаджуд намазах, в таравих намазах, то он ее застанет, без сомнения, он застанет, иншаллах, ночь предопределения. Теперь бы хотел сделать маленькое наставление самому себе и нам всем, как провести эти ночи. Во-первых, уважаемые братья и сестры, булюх, то, что мы дожили с вами до этих ночей, это уже великая ни'ма, великая милость от Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. Это «Афдал лаяли фи хаятина» – самые лучшие ночи в нашей жизни. «Чааляху Аллаха таджан лаяли кулля» – Аллах Субхану Тааля эту ночь сделал как короной всех остальных ночей. Поэтому в эти ночи делать лучшие дела. Не просто по количеству больше, а чтобы наши деяния были лучше. Аллах в Коране говорит, Субхану ва Тааля, «Алладзи халака аль-маута валь-хаята лиябулуакум айюкум ахсану амаля». Аллах Субхану ва Тааля сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, у кого деяния, дела будут лучше и качественнее. Поэтому в эти дни постараться оставить то, что нас отдаляет от Аллаха Субхану ва Тааля. Умур дунья, так скажем, какие-то дела этой мирской жизни. Даже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, оставлял свои семьи, то есть он их будил на ночные молитвы, но старался ан янфарида маа Аллах, старался он быть один на один со Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. И сколько одну жену оставлял пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и сколько детей? Нет, он оставлял 11 домов. У него было жены. 11 домов пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил за своей спиной и направился к Аллаху Субхану ва Тааля. Вернулся еще больше, выстаивал ночные молитвы и поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля в эти последние 10 ночей. Как мы сказали, самые лучшие дни – это первые 10 дней месяца Дуль-Хиджа, но самые лучшие ночи – это ночи, вот эти вот, сейчас, сегодняшнего дня, до последнего дня месяца Рамадана, Ашра Ауахр. Валлахи, братья и сестры, эти ночи к нам не вернутся. Вернутся только к тому, кто доживет до следующего года. Вернутся только к тому, кто доживет до следующего года. А у нас с вами нету гарантии, то, что мы там до завтра доживем, до следующего года доживем. Сколько наших братьев, сестер постились с нами в том году, в этом году уже они
перешли в другое измерение. Кто-то в Рамадане умер. У нас тоже несколько знакомых. Аллах Субхану забрал их, то есть души, то есть умерли в Рамадан. То есть не дожили до этих ночей. У нас также с вами нету, в Аллахе, гарантии, что мы доживем до следующего года. Поэтому это самые лучшие ночи, которые могут уже не вернуться к нам. Поэтому мы должны оставить, постараться дунья оставить позади, за спиной. И, иншаллах, полностью заняться делами ахирате, заняться делами, такими делами, которые принесут нам пользу в вечности, иншаллах. И здесь несколько насая, несколько наставлений, в первую очередь самому себе и всем нам. Вот сегодня, иншаллах, мы с вами встречаем 10 последних ночей. Первое, что как мы каждую ночь побольше делайте дуа, тот дуа, который пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, обучил Аиша, радаллаху анха, когда она спросила, если я расстану последние 10 ночей, бимаза адуу, что мне больше всего просить дуа, на что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал, кури, говори, Аллахумма иннака афуун тухиббу л'афва фа'афу анни. О Аллах, ты прощающий, любишь прощать, прости же меня. О Аллах, ты прощающий, любишь прощать, прости же меня. Аллахумма иннака афуун тухиббу л'афва фа'афу анни. Второе, Лейлатуль Кадр Туад, то есть ночь предопределения, она равняется 84 годам поклонения, субханаллах. И тут задается вопрос, не соревноваться ли нам в благих делах в эти ночи? Мы должны соревноваться, альхамдулиллах. То есть представляете, одна ночь, какая милость Аллаха, субханаллах, как будто в эту ночь, если человек будет должным образом поклоняться, как будто 84 года поклонялся Всевышнему Аллаху, субханаллах. Многие столько даже не живут. Следующая насиха. لا تسخر طاقتك ومجهودك في انشغال ليلة القدر متى تكون. Это хорошая тоже насиха. То есть есть такие люди, которые в эти ночи как бы себя именно, то есть чем занимаются, ищут, когда она будет интересна. Так интересно сегодня, давай на улицу выйду, посмотрю, как там луна там. Ага, давай посмотрим на землю это. И все время у него уходит на то, что он ищет эту ночь. То есть сегодня она была или нет. И так, тем самым, время, тем более сейчас ночи короткие, у него проходит не в поклонение, а то, что он искал. Поэтому не нужно ее искать. Сегодня или завтра она будет. Но, иншаллах, мы именно сможем, альхамдулиллах, попасть в нее, если будем поклоняться. Время не на то, чтобы искать сегодня или завтра, или этот, а именно время тратить на то, чтобы поклоняться каждую ночь Аллаху, субханаху ва тааля. Не нужно там ходить, искать признаки, сегодня она, или там завтра, или вчера была. А именно джохт, всю силу надо дать, собрать силу, и чтобы эту силу отдать на поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, иктидаем бин наби саллаллаху алейхи ва саллям, тем самым наши деяния будут соответственны сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Пускай вот эти 10 ночей, уважаемые братья и сестры, представьте, как будто это последние 10 ночей нашей жизни. Как бы мы их провели? Вот так же мы должны их проводить, иншаллах. И насколько мы будем искренны с Аллахом Субхану ва Тааля, валлахи, мы прочувствуем ее в своих сердцах, когда же она была, когда же она наступила, иншаллах, субхану ва тааля. Если кто-то из нас был, четвертый насиха, из тех, которые не смогли нормально встретить вот эти Рамадан и провести 20 ночей, то тогда, альхамдулиллах, сегодня у нас еще есть шанс. Сегодня у нас еще есть шанс. Кто-то может быть недоволен своим поклонением первые 20 ночей. Но сегодня, альхамдулиллах, поэтому, как говорится, аль-ибра бикамали нихаят, валя бинаксиль бидаят. Именно Аллах смотрит не то, как мы начало провели, то есть где-то упущение было, а именно смотрит, как мы провели последнее время, как последнюю жизнь человек провел, на что мы ушел из этой жизни, как последние дни проводит он. Поэтому вот на это Аллах смотрит, обращает внимание. И пятое, что хотелось бы сделать наставление. Удивляешься, когда некоторые в эти ночи там, вместо того, чтобы поклоняться, там телевизор смотрят, какие-то сериалы, или там больше там по телефону разговаривают, какие-то дела решают, бизнес решают и так далее. Сейчас надо это оставить. Хотя бы между Магрибом и до Фаджра оставить, а заняться поклонением. Оставить разговоры, оставить телевизор, хотя бы между после Магриба и до Фаджра. И разделить время в поклонении. Например, читайте тахаджуд намаз, таравих намаз. Устал ты читать намаз? Сядь, присядь, возьми Коран, почитай Коран. Прочитай несколько страниц из Корана. То есть науа. Должен быть, иногда, когда человек одно что-то делает, это надоедает. Или тяжело становится. Приходит мэлянь, приходит какая-то вот такая вот тяжесть. Прочитал намаз, устал чуть стоять. Возьми Коран, почитай Коран. Прочитал Коран,
положи Коран, просто сиди, восхваляй Аллаха. Ла иляха илля субханаллах, альхамдулиллях, Аллаху акбар, ла хауля ва ля куввата илля биллях. Салават делай за пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Сделал тасбих, сделал восхваление Аллаху субхана ва тааля, делай дуа. Проси все, что хочешь у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Именно ночью Аллах субхана ва тааля смотрит и говорит: "Халь мин даия? Халь мин даиин фастаджибу ля? Халь мин саина фаути ля?" Если кто-то просит меня дуа, я отвечу на его дуа. Если кто-то просит у него есть ко мне просьба, я отвечу на его просьбу. Делайте дуа. И когда приближается уже фаджр, утренняя молитва, делать истигфар, просить у Аллаха субхана ва тааля прощения, как Аллах субхана ва тааля сказал: "Ва биль асхари хум йастагфирун". Именно вот это время, когда приближенное время к утренней молитве, верующие просят у Аллаха субхана ва тааля прощения. Такаррабу иля Аллах ва сабику илейх. Приближайтесь к Аллаху в эти ночи. Спешите к Аллаху субхана ва тааля. Аль-махрум, валлахи махрум. Банкрот, тот человек, который ман фаррата фи лейлят аль-кадр, который просто так прошла ночь предопределения, а он даже два раката намаза не поклонился, которые у него на ветер пролетели, эти драгоценные ночи, которые могут не вернуться. Это лейлят аль-канз, ночь сокровищ, лейлят аль-фауз, ночь победы, ночь альхамдулля победы в итоге рая, аль-джанна. Лейлатун фиха юфраку куллю амрин хаким. В эту ночь, когда Аллах субхана ва тааля принимает решение, мудрые решения. Салямун хия хатта матлаил фаджр. То есть в эту ночь ангелы приходят с миром и дают салям. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату айюхал муъмин, каждому верующему человеку. Поэтому иннама аль-амалу биль хаватим. Дела Аллах субхана ва тааля расценивает по последним делам. Если мы не смогли должным образом встретить этот месяц, то давайте, уважаемые братья и сестры, должным образом проводим этот месяц Рамадан и завершим, иншаллах, так, как полагается верующим людям. Ваджазакум аллах хайр. Это то, что, о чем хотел я сегодня поделиться с вами, сделать некое напоминание самому и всем нам. Да, Аллах субхана ва тааля нам баракат, иншаллах. Пускай Аллах субхана ва тааля будет доволен вами, вашими семьями, ответит на наши, на ваши дуа. Не забывайте в нас дуа. Мы за вас будем делать дуа, за всю умму посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Прошу Аллаха, субхана ва тааля, чтобы каждый из нас, иншаллах, в поклонении провел эту ночь. Чтобы каждый из нас, чтобы Аллах, субхана ва тааля, записал нас в список тех людей, которые спаслись от наказания ада. Чтобы каждый из нас, альхамдулля, именно эту ночь провел так, как будто он молился, поклонялся 84 года Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. Чтобы каждый из нас застал ее. И чтобы Аллах Субхану Ва Тааля вернул еще к нам, дал нам возможность встретить. И в следующем году, иншаллах, еще много лет, эти последние великие ночи, месяц Рамадан. Ва джазакум аллах хайр. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад. Ва аля алихи ва сахаби.